Здравствуйте, товарищи. Вот типичное японское утро. Я тут на ежедневной пробежке, прогулке. И, соответственно, кое-что хочу сейчас вам показать. Вот. Трудолюбивый народ занимается спортом. И я вместе с ними тоже. Ну, мы сейчас побежим поближе туда, поскольку время дорого, надо отзаниматься свои полчаса. Икру не надо мазать медом. А вам не надо будет хорошо, да? А надо быть таким, как Федор. Здоровым телом и душой. Вот мы сейчас. Здоровым телом и душой укрепляем все это перед трудовым днем. А лучшего, чем влиться куда-нибудь в коллектив, места не найти. Ну вот, я уже прибежал. Вот прекрасный такой стадиончик, где народ релаксирует. И я сейчас тут где-нибудь позицию займу. Времени сколько? Время очень у нас приличное. Время, ну, рано еще, по нашим меркам. Вот. То есть, в принципе, так же, как дома. В это время я бегаю. Так и здесь. Можно полюбоваться. Селень бежать на красивую природу. Мини. Можно посидеть на лавочке. То есть, кому как. Все это удобнее. Есть детская площадка. То есть это вот для того, чтобы простой народ развлекался. Причем специально проложены такие резинки, чтобы дети не стукнулись, не дай бог, о камни. Все это продумано. Вот так вот. Вон ведущий даже какой-то. То есть вот народ вливается в едином порыве. Вот такие дела. А погода? Погода 15 градусов, даже 12. Прохладненько. Облачками обещают дождь. В общем, вот такие вот дела у нас тут происходят. Все как у людей. А как у вас, не знаю. Это ваши проблемы. Ну ладно, до свидания. Коротенький сюжет про спорт закончен. С приветом из Японии. Юрий Кунашевский.